Армагеддон отменяется. Именно 12 октября 2017 года уже давно прозвали последним днем человечества. Связано это с астероидом, который сегодня пройдет всего в 50 тысячах километрах от Земли. А это в 5 раз ближе, чем расстояние от нашей планеты до Луны. Но не стоит бояться, небесное тело лишь пронесется мимо и продолжит дальше свое космическое путешествие.